Добрый вечер, дамы и господа. Мои друзья Леша Курков и Юра Русланов, прошу любить и жаловать. Итак, мы Оргия Праведников и начинаем наше выступление в формате трио. Первая песня называется «Путь во льдах». Thank you.
следующая песня называется «The Catcher in the Rye», несмотря на английское название, песня на русском языке, но ударно перекликается с книжкой Сэлинджера знаменитой.
песни «Виноград».
с алтаря, чаша с истинной кровью, кровью цвета янтаря, чаша с истинной кровью, кровью цвета янтаря. А что за радость, Дева Мария, что за блаженство, святой Себастьян? А что за радость, Дева Мария, что за блаженство, святой Себастьян? Здравствуйте, сеньоры. Следующая песня называется «Школа мудрости». Завтрашнего бала Макабра песня «Восхождение черной луны». Thank you.
Из-за дальних гор, из-за древних гор, до серебряной плетью река рассекала степи скуру. Белый дрог в костер, перестрел в костер, над обрывом стою, по-ебоги, как берег крут. Ледяные ветра, я не вижу, но знаю, он смотрит вниз на холодный цветок моего костра. Мир припал на брюхо, как волк, в кустах мир почувствовал то, что не знаю с весны, что приблизилось время огня в небесах, что приблизился час восхождения черной луны. Так же, как ты, я ходил путем солнца, так же, как ты, я был слеп и насутил, так же, как ты, я был частью потока, так же, как ты, но с тех пор, как она рыла меня взор, леденящие вихры, ваши любые сны, и все чаще я видел огонь и костер, и мы дали сияние черной луны. Я готов был на самокат, стережил кровь, ради счастья застылись под казанской рукой, ради права коснуться главы слет, мне оставлю узкой легкой стопой. А на шаре я плакал, бил себя в грудь, чтоб не слышать, как с каждым сердечным толчком проникает все глубже, да в самую суть, беспощадный, холодный, осиновый дом. Ох, мой, это не робот, кто вправе роптать, слово персти неправда, рядиться с тобой я хочу, просто страшно, и слышно сказать, ты не дал, я не принял, дорогой, в этом мире мне нечего больше терять, на меня рукого чувства, призывай, оттого я пришел сюда, без опреса, восходящий в потоках, сияние черное.
Песня называется «Звездной тропой». Рождественская песня. Домой едут цари звездочеты, домой едут цари звездочеты, домой едут цари звездочеты, домой едут цари звездочеты, домой. Прошло какое-то время, мы аранжировали песню нашего друга,
мы обычно свои песни поем, а тут нам так вкатилось, что мы взяли и перепели песню Димки Аверьянова из группы «Погранзона» под названием «Наша Родина СССР». Группа его давно распалась, лет 10 как не существовало к тому моменту. Мы спросили, Димка говорит, да и пойте, конечно, не жалко. Вот. Но ее спели, вдруг каким-то образом она попала на наше радио, и там держалась в чарте там, первым номером несколько недель. Ну, таким образом мы хотим представиться для тех, чтобы люди так свели 2 и 2, кто мог случайно слышать это по нашему радио, и вдруг увидеть наши рожи сегодня здесь перед вами на сцене. Дима Аверьянов, «Наша Родина СССР». На просторах небесной страны нас встречают могильный покой. Мы подали свой век рассвет к восходящему солнцу спиной, ожидая, пока не сгниет между нами железная дверь. Но мы с тобой, это наша весна, наша Родина СССР, наша Родина. И неправильно думать, что есть чьим-то богом обещанный рай. Сон и смерть, пустота и покой, наше солнце гори, не сгорай. И не важно, что все позади, и неправда, но кто мы теперь? Но мы с тобой, это наша весна, наша Родина СССР. Наша Родина СССР. Наша Родина! От наших теней нашей жизни не будет конца. Мы забыли, что знали о ней. И огонь, порождающий мир, будет рваться, как раненый зверь. И мы с тобой, это наша весна. И мы знали, что можно уйти, но забыли дорогу домой. Путь на родину — это война, каждый шаг — это выигранный бой. И если ты не умеешь понять, то попробуй хотя бы поверь. Мы живы, пока мы идем, наша Родина — СССР. Наша Родина — СССР. Наша Родина — СССР. Наша Родина СССР. Наша Родина! Надо мной стоит великий ужас, которому имени нет.
мне. Они пришли, как лавина, как черный поток, они нас просто смели и топтали нас в грязь. Наши стяги выкопы вбиты в песок, они разрушили все, они убили всех нас! Самуэль, разомкни нашу смерть, Габриэль, прикажи.
машинам смотреть. Михаэль, дай нам планы с небес. Руку мастер, мы можем лететь. Yeah.
работников наступил час отдыха, и мы отправляемся готовиться к завтрашнему сокрушительному мероприятию. Бал Казановы. Приходите в клуб Green Club Concert на улицу Орджоникидзе. Наши координаты в интернете orgia.ru. Ну и группу ВКонтакте найдете сами, не дети. Всего вам самого-самого доброго.